О, Рашкин. Я уже перескочил. Одну секундочку, Вася, я с интермедией поговорю. Да, конечно, конечно. Да, я передаю трубку, Леш. Хорошо? Hello, hello. Готов ты? Удобно тебе сейчас? Да, одну секунду. Алексей Можаев, интермедия. Алексей, приветствую вас. Приветствую. Ничего страшного, если одновременно я буду говорить, и меня будут в перископе слушать. Все, должен вас сразу предупредить. Просто интересно, сейчас буду просто картины продавать. Мне важно сейчас, чтобы люди были в курсе нового подъема волны вокруг произведения Александра Света. Да, все, я готов говорить. Нет, это не стороны КПРФ, это конкретно Валера Саратовский, Валерий Саратовский, ну, известный в широких и не в широких кругах человек из Саратова. Вот есть большой репортаж о нем. Если интересно, вы можете посмотреть. Так и бейте, называется Валерий Рашкин. Красная крыша Саратова. Так что. Нет, мне позвонили, сообщили об этом, и я, любой современный человек, просто прогуглил, кто это такой, и все стало понятным, я успокоился, думаю, не стоит переживать. Потому что, что касаемо вообще произведений Александра Света, к сожалению, которого уже нет в живых, и, к сожалению, который не может ответить, защитить себя, да, и свои взгляды как художника, как человека передового, который намного, так сказать, десятилетия опередил свое время, и который в такой сатирической форме изобразил вождей в послерабочей атмосфере. То есть работы висят у нас в клубе уже 10 лет. Вот. Сейчас, на волне общих каких-то, я уже каждое утро просыпаюсь и ожидаю, что какая-нибудь новая волна придет, так сказать, на мой тихий берег. Вот, сейчас вот только закончилось с Децелом, сейчас новенькое, сразу свеженькое пришло. 10 лет, картинам 10 лет, и мы безумно дорожим ими, да, у нас написано где-то на портале, что это питейное какое-то заведение. У нас помимо того, что это ночной клуб, мы собираем по-настоящему ценные образцы современного искусства. Не просто какие-то там, как я уже говорил, какашки, закрученные в банку, да, в железную, а настоящие образцы современного искусства, чем очень гордимся и очень этими работами дорожим. Удивительно, откуда товарищ Рашкин узнал про эти работы, он не был на заведении. Это похоже на какие-то вот заказные вещи, да, что да, вот вдруг товарищ Рашкин проснулся. Это что-то Зощенко, да, мне кажется. Товарищ Рашкин проснулся с утра, подошел к окну и подумал, чем бы мне заняться сегодня. Да? И вот, то есть я даже панч придумал, что товарищу Рашкину следует позаботиться о Рашке, да, вот о нашей стране. Он тем более из города Саратова. Вот тот, кто был в городе Саратове, вообще когда-нибудь имеет представление, что это за город и в каком плачевном состоянии он находится. Да. Я предлагаю товарищу Рашкину просто выдвинуться непосредственно на место, где он был выбран, и заняться просто приведением города Саратов в надлежащий вид. Субботники, не знаю, добрые дела, чем-то таким полезным заняться по причине того, что наш клуб это является частной территорией, и мы немного странно, да, вообще наблюдать за всем происходящим. Тем более от товарищей из КПРФ. Мы, в принципе, ждем, я вот тут говорил, что мы ждем у себя на борту, так сказать, на борту, да, возле клуба. У нас много каких-то выступлений происходит. Кирилл Толмацкий, было выступление последнее, мы сейчас его прожили. Сейчас, видимо, следующая волна от Коммунистической партии Российской Федерации в лице Валерия Рашкина. Я думаю, что сюда придут люди с красными знаменами. И, мы получим... Я предлагаю им это делать на выходных, когда у нас здесь вечеринка, это будет очень интересно. Такая инсталляция будет неплохая.
Вот. Также у нас, я еще, если ну, есть секунда, скажу, что у нас в клубе помимо работ Саши Света еще есть много интересных работ. Есть одна работа Юрия Балашова, на ней нарисован телепузик, и она подписана «Я лох, и мне пох». Вот. Так что я сразу приглашаю всех сторонников. Вот. Так что я сразу приглашаю всех сторонников телепузиков, ну это большая армия на самом деле, да? Приходить вместе с представителями коммунистической партии, вот вместе как бы протестовать и приносить пользу тем, что они будут здесь находиться и демонстрировать свое недовольство и задетые чувства. А на что? Нужно реагировать на что? Реагировать на что? Так, ну, вы понимаете, суть в том, что проверки-то не приходят, вот в чем все делать, так как было и в деле Кирилла Толмацкого, да? Наведено очень много шума, наведено очень много грохота и всего и того подобного, возни наведено, но до экспертиз так и не дошло дело. Как не дошло дело до экспертиз в его квартире по уровню шума, я думаю, что и мы не дождемся здесь людей. Просто люди ну, пытаются как бы подзаняться, ну, прорекламироваться, ну, конечно, конечно. Вот люди в Перископе пишут, каре пиарится. Я пиарюсь обязательно, ребята. Все, до свидания. До свидания. Короче, расскажу, что происходит. Новая история. Для тех, кто бедолаги, умственно отсталые, пишут про пиар и тому подобное. С утра депутат Государственной Думы от КПРФ Валера Рашкин потребовал закрытия клуба «Газголдер» по причине размещения в нем картин, так сказать, как он считает, порнографического содержания. Там, где Владимир Ильич Ленин со Сталином вместе проводят, так сказать, время, свободное от работы. Вот, решил выйти в Перископ, просто вам об этом сообщить. Это идет охота просто, правильно пишет, идет охота на волков. Я говорю, если это не магия, если я вам честно говорю, если вот Валерий Рашкин это от вас, ну не надо так делать. Ребят, не надо, пожалуйста, остановитесь, я уже не могу. Хватит. Тяжело просто. Вы не добьетесь ничего этим, я все равно сниму магию. Такие вот дела. Вчера смотрел, кстати, интервью у магии для Кузбасс ТВ. Такие хорошие ребята, просто такие миляги настоящие, такие вот рассудительные, здравомыслящие, адекватные, хорошие мальчишки. Так держать, ребята. Мне просто, мне кажется, что вы мешаете, мне просто, мне кажется, что это заговор. И вот даже то, что с Децлом происходило, да, это все изначально задумала не магия, потому что не магия это провидцы, это люди, которые опережают свое время, да, и они знали, что произойдет подобная ситуация, они все сделали для того, чтобы я не смог снять выпуск магии. Такие вот дела. Очень крутое. Да, вот пишут про немагию. Просто особенно истории про то, что за ними охотились и бегали какие-то там ребята. Но это просто это вот это уровень. Это называется, как они это говорили, подгорело, да? Или история про то, что кто-то хотел мучить их родителей. Вот это называется подгорело. То есть люди смотрят на вещи, происходящие вокруг, через призму личных, так сказать, моральных качеств. Да. Это, конечно, я теперь аккуратно вообще пишу в Твиттере, да, потому что очень страшно. Вдруг еще Юра, как его зовут, Хованский. Вдруг еще Юра, ну, увидит что-то, будет потом рулить, короче, там. Чтобы никто не переживал. Не дай, я постараюсь отстраниться от девственного мира блогеров, чтобы не травмировать их психику и вообще не мешать им жить в своем уютном, комфортном мире в пределах компьютера и интернет-пространства. Постараюсь, ну максимально постараюсь.
Такие вот дела, ребята. Ладно, что буду держать вас в курсе. А так, Валерию Саратовскому привет передаю. КПРФ for life. Streets. Нагана Лакшери. Блин, просто столько хайпа вокруг меня. Скоро, скоро вы увидите, вы услышите Лакшери. Все, всем, всем привет. Фанатам Немаги хочу посоветовать и пожелать, чтобы у вас не подгорало и пукан не взрывался. Тогда у вас, говорится, круто. Все, обнимаюсь. И синдуки привет.